Теперь вы это знаете. Вопрос. Где Камчатка и где Швейцария? Ответ. На полуострове Камчатка есть своя Швейцария. Это не отдельное государство, а село на севере края, которое носит имя Эсса. А в народе его называют Швейцарией. Эсса находится в высокогорном районе, в кальдере древнейшего потухшего вулкана, в месте слияния двух рек. Хвойные леса и высокогорье делают воздух в селе живительным, как на знаменитых альпийских курортах. Теперь вы это знаете.